Именно в этом доме начиналась семейная жизнь Юрия Гагарина, настоящий объект культурного наследия. Но сейчас прикоснуться к истории оренбуржцы не могут. Двери музея закрыты. Он в аварийном состоянии. Этот особняк построен в конце 19 века. В советские годы его перевели в статус коммунальной квартиры. В одной из этих комнат как раз проживала семья Валентины Горячевой. В ноябре 1957 года девушка стала супругой Юрия Гагарина. Мемориальный музей квартиру открывает 12 апреля 2001 года. В день празднования 40-й годовщины первого полета человека в космос. Порядка сотни посетителей в день. В музей-квартиру приходили не только жители города, но и области, страны и зарубежья. Ведь именно здесь можно узнать о жизни первооткрывателя космоса. Интерьер двух маленьких комнат восстановлен со слов Валентины Гагариной. Настенные портреты, письменный стол, металлические кровати, шкаф и диван. Все говорит о духе того времени. В сентябре 2016 года здание признают аварийным и закрывают на ремонт. Как показывает экспертиза, эксплуатировать музей нельзя. В капитальном ремонте нуждаются подвал и чердачное помещение. Экспонаты оттуда вывезены. Денежные средства в бюджете города Оренбурга предусмотрены. Сейчас проводятся конкурсные процедуры на проведение работ по устранению аварийности. Достаточно снять аварийности, и музей может вновь распахнуть двери для посетителей. Конечно, если говорить о реставрационных работах, хотелось бы здесь поменять рамы. На работы выделено порядка 4 миллионов рублей. Ремонт здания начнется уже в мае. Когда точно музей-квартира Юрия и Валентины Гагариных распахнет свои двери, пока неизвестно. Закончить работы планируют до конца года. Известно, что депутаты Госдумы обратились к Денису Паслеру с просьбой помочь в этом вопросе. Елена Еремина, Семен Воробьев. Новости дня.